11 проектов из Югры получили поддержку в грантовом конкурсе «Движение первых». На их реализацию креативным землякам выделят 8 миллионов рублей. К слову, 4 проекта ориентированы на добровольчество, 2 – на патриотическое направление. Остальные инициативы направлены на развитие физической культуры, образования, профориентации, экологии и медиа. Одним из победителей конкурса стал проект из Сургута. Теперь сургутские преподаватели и студенты педагогического профиля получат возможность стать менторами для школьников, которые хотят помогать детям с инвалидностью и ОВЗ. Отмечу, что проекты, которые получили грант, реализуют также в Югорске, Лангепасе, Урае, Нижневартовске, поселке Солнечный и в селе Ванзитур.